Карлсон Хаус уже несколько раз приезжал в наш город на Рязанские смотрины. И спектакли, показанные в рамках фестиваля, каждый раз производили необычайное впечатление. В афише полноценных гастролей два спектакля для маленьких зрителей: «Домашние монстры» и «Мумитролли. Шляпа волшебника». Петр Васильев, режиссер спектакля, специально сделал так, что мы отказались от идеи что-то домыслить, привнести свое, какую-то, может быть, философию в этом искать. И он постарался рассказать историю предельно просто, придерживаясь авторского текста, так, чтобы это было понятно маленьким зрителям. Он веселый, интересный, яркий. А вот взрослая аудитория посмотрит моноспектакль «Ваня». С расшифровкой «Сказка про Ваню и загадочную русскую душу». Я его играю уже несколько лет, наверное, лет 6. Мы меняемся, становимся взрослее, да, на какие-то вещи по-другому начинаем смотреть. Что-то в мире меняется, какие-то события происходят, и они начинают резонировать тоже вдруг неожиданным образом. Зритель это тоже считывает, улавливает, и вдруг спектакль обретает какую-то новую актуальность. Кстати, у Вани аж две золотых маски – за режиссерскую работу и за работу актера. Не упустите возможность прикоснуться к прекрасному и подглядеть за волшебными мирами. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».